Здравствуйте, братья казаки! В этот день в зале собрались не просто педагоги, казачьи наставники. Дисциплина и уважение традиции — к этому здесь особое внимание. Подготовка к краевому месячнику обороны массовой и патриотической работы – задача очень ответственная. За один месяц предстоит охватить почти 2500 казачат. В Анапе 100 казачьих классов и групп. Только в 5-й городской школе 4 казачьих формирования. За последние 10 лет анапчане добились высоких показателей. Анапский район на протяжении 10 лет занимается этой работой. Вот, у нас есть показатели, результаты были в крае среди казачьих районных обществ 44 первые 4 раза и 1 раз 2 место занимали. Вместе с нами, к радости к нашей, занимается с детками управление и помогает нам проводить это мероприятие. Управление образования, управление по делам молодежи, родительский комитет школы и казачьих классов. Это и учителя наши, им огромнейшее спасибо. Ну и, соответственно, и казачество, казаки-наставники, атаманы, хуторов и станиц. А пока взрослые планируют, дети во время месячника смогут получить массу новой интересной информации. Посетить краеведческий музей, сходить на концерт казакам, в гости к ветерану войны, побывать на экскурсии в героическом Севастополе и даже порисовать. В конкурсе «Стенгазеты» к 23 февраля в прошлом году приняло участие только 28 классов из 100 формирований. В этом году желательно приобщить всех казачат от 1 до 11 класса. Занятия с детьми не только в легкой игровой форме. Конкурсами и викторинами не ограничатся. Ребят ожидают силовые тренировки. Спартакиада казачьего района по 10 минут спорта проводит. И она стартует традиционно в январе месяце, в конце января, в этом году 27-го, первенством Анапского районного казачьего общества по настольному теннису. Это у нас станица Костокаевская. Новшество этого года – по итогам месячника обороны массовой и патриотической работы в Анапе выберут лучший казачий класс. Примут участие все юные патриоты. Само же мероприятие стартует уже на следующей неделе. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.